Всем привет, друзья! Сегодня у меня на обзоре новая орхидея, которая называется Big Leap. Итак, давайте рассмотрим ее бордовые цветы поближе. Сдалека они кажутся практически черными. Обратите внимание, какой интересной формы у нее цветок. Она называется Big Leap, потому что у нее снизу очень широкая и большая губа. У обычных фаленопсисов губа маленького размера. Посмотрите еще, какие у нее пятнистые бутоны, очень прикольные, тоже такого бордового оттенка или даже черного. Когда я купил этот цветок, я обнаружил, что на этом цветке очень много паутины. Потом я посмотрел на эту паутину и обнаружил вот этого паучка. Ребята, я пшикал этого паука от трава, вот он сидит, умывается, мне его как-то даже жалко стало. Мне кажется, что этот паук абсолютно безобидный. Я его оставлю, чтобы он съедал мошек. Вот такой вот паук, он заполз вот в мою орхидею, я его решил оставить, чтобы он ел всяких мошек и всяких паразитов. Сейчас вам поближе покажу паука, как он выглядит. Паук выглядит безобидно, он питается мошками, живет на растениях, поэтому думаю, что я его оставлю. Кто еще знает, что это у меня такое на листке, напишите, или это его клещ покусал, или это ожог, я не знаю. В принципе, думаю, что паук не навредит моему растению, и все с ним будет хорошо. Вот я вам еще хотел показать обратную сторону цветов. Посмотрите, какие они крутые просто. Обратите внимание, какая у моего кота прикольная шейка. Какая цветочная шейка. Друзья, напишите, на моем месте вы бы оставили себе паука или нет? На своих орхидеях. Я еще немного сомневаюсь, если это будет правильное решение, поэтому жду ваши советы. Ну а если вам понравилась моя новая орхидея, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем хорошего дня!